Всем привет! Впереди вас ждет очередной ФФА-сериал в мире Sid Meier's Civilization 5. Партия на восьмерых, и получилось собрать не только сильных соперников, но и сильные нации. Так я играю за Китай против Биохазарда, который играет за Данию, Сириуса, который играет за кельтов, Власа 222, который играет за иракезов, Вайпера Димы, который играет за Россию, Тарилиса, который играет за инков, и Wings of Liberty, который играет за Эфиопию. Как всегда, напоминаю, что игра будет разбита на серии, потому что получилось длинной, да и вообще, в принципе, невозможно выложить все сразу. Так что, если вы смотрите это видео не в день выхода игры, то перейдите к плейлисту или на страницу, где собраны все серии на моем сайте, и, может быть, вы сможете сразу весь сериал от начала до конца посмотреть. Ссылки на всю эту прелесть в верхнем правом углу, такая круглая белая кнопка с буквочкой А, и жмите на нее, и, собственно, перейдете ко всем сериям. Также традиционно напоминаю, что в комментариях не приветствуются оскорбления участников, что бы они ни делали, приветствуется только критика, вежливая вида «зря ты, Леша, обрабатываешь коров, когда у тебя железо не обработано», или «я бы на твоем месте вместо Альгамбры Нотр-Дам построил». В общем, общайтесь вежливо, и ваш комментарий останется в истории к этому видео. Спойлеры разрешены, но только если они внутри развернутого комментария, а не просто описание в двух словах того, что происходит в видео. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. Нет, вроде стоит. Неплохо. Ну что, ты его за этот ход заберешь? Не, походу не хватит немного. Ну окей, значит там еще один житель сдохнет. Да, как я и думал. Лёш, тебе сколько до этого Civil Service? Не знаю. А зачем? Зачем ты такой вопрос задаешь? Границ, в общем. А, ты. Я бы тебе просто веру занес. Ну, так занеси без границ, боже. У тебя вон пророк ходит на 4 хода, то есть ты можешь прыгнуть на бананы и разнести в Гуанчжоу веру, например. Я тебе даже больше могу спасибо. Дать. Мне не надо. Не, мне больше не нужно. Я только могу вот тут одного юнита склепать. Че, религию тебе заносить? Да. Там у него, правда, улучшение плохое, но лучше уже не было. Блин, эти лаги. А ты не жди до последней секунды, а сразу обстреливай. Так ты же сходил за авто, я не успел 7 подвинуть. В смысле? Я ж не на последней секунде ходил.
Не на последний номер, все меню успел подвинуть. Все равно. Так сразу двигай, ты не жди, пока один юнит подвинется. Оп, все-таки вылетел. Так, действуем или ждем? Да, действуем. Ну, мне, видимо, придется. Мне придется ждать, видимо. Эх. Ну, он два жителя столицы и ноль зданий. Стоило того. Ты чё, Лёш, до открытой границы долго ждать, да? Я готов заходить. Ну, я вообще как-то в гражданскую службу не иду особо. Окей, сейчас тогда я тут дождусь. Чтобы я там мог сойти и сразу распространить посильней. Кто-нибудь откатит? Или даже не надо? Не, надо, надо. Ща я... Или кто вообще не воюет, кстати? Откатите... Я сейчас хочу. У меня юнитов не осталось. Я готов, ходи. Заходи. А еще, Лёш, ты вообще много гэшек нашел рядом со мной? Я нашел Антананариву, Иерусалим и Будапешт. Окей, когда меня вынесут, можешь им защиту пообещать тоже, чтобы с них Дань не собирал био? А что, когда тебя вынесут? Я им уже пообещал. А, ну, всем лучше, здорово. Блин, а био еще и по науке так неплохо идет. Но там... То есть наравне с кем-то. Стоп. Наравне с этим самым скелетом, наверное. Вроде у него было меньше, да, это. Скулич наконец построил. Угу. Очень рад. Класс, но перезаходи, явно же не получается. Ну, я во второй раз уже подключаюсь. Все окей. Ну что? Так, что, ходим уже, что ли? Воюем? Сейчас, погоди. Прям постреляет по юнитам. Единственная терраса, которую я забыл снести, это во втором городе и все. На остальных я там что-то строил и потом отменял. Ну и плюс у столицы просто конкретно... Ираклес, ты что-то скажешь, нет? Или ты будешь пока... А, ну да, все, ладно, воюем. И молчит такой нормально, да? Так сейчас полагалось вообще, можно. Ну да, блин, у тебя там терраса, конечно, жирная осталась на 4 яблока. А тут вообще может было на 6 яблок террасу ставить, там где сейчас твой стоит берсеркер. На 6 же я ничего не путаю. Понятия, где это так? Твой берсеркер по дороге к моему последнему городу. А, да, ну, вот там, стоит там его... на равнине. А, это равнина, точно. Ну, было бы 5, по-моему. Да, 5 было бы. Там 6-я гора уже не впритык. 5 вот где лучник еще стоит, там еще возле озера после его службы тоже неплохо. Да. Но не сложилось, ладно, чё. Гревать об этом смысла нет уж точно, чё. Так, а мы вообще этот город захватим. Чё нам осененько? Сейчас вот очень с этого золота возьмем. Потом на осенинку пойдем.
Раз он поставил тут город. А чё ты мой другой город уже не вынесешь? Или у тебя там, по счастью, совсем не очень? Ой. Да счастья не очень много. Я блин, трудом угнали в, прям вход за счет того, что раньше зашли. Ну так-то я еще не против поиграть. Счастья много зато. Как тебе? Не, ну... Кто сказал, что хочу настолько, да? Не, ну тут как бы... Ты меня уже выносишь по-любому просто, ну... Чё? Может, поднапрягу тебя немного еще. Проблема с частью, ну, трудом время проблему решил. Обидно. Ой. Капец. Я за тебя должен переживать? Да. Должен счастье на этот день пойти. Ну, я же говорил, у меня на два города только 5 жемчуга. 5 жемчуга с тобой хоть менялись. Со мной сейчас не захотят меняться, дадут развиться кельту, пока он не выиграет. Ну. Почему я захочу с тобой меняться? Меня тоже типа агрессором считают, я смотрю. Нет, ничего пока, да? Двойного. Ну... Жемчуг у Лёши уже есть. Странный Брентфорд какой-то. Так Брентфорд это просто город, который он только что воткнул. Единичный. Просто как форпост и все. Вот он и падает сразу. Да ё-моё. Ласт начал завершать ход, что ли, все-таки? Нет, это из-за войны, видимо. Ну, там я еще, когда не успевал ходить, там за 3 секунды сходил и, может, посчитал, как шиф ход, я не знаю. Ну, там лагает, я за 3 секунды до конца рабочего двинул, он не пошел сразу. Вот, может, из-за этого. Так, на Пекин не хватило немного. Ну там дожмет, наверное, религия. Нет, тут протестантизм что? Больше давит. Ну тогда в Гуанчжоу купишь. Я готов присоединяться. Присоединяйся еще. Тут еще 2 минуты. Ты там для него какой-то ресурс нашел, что ли? Не, где денег кинул. Чё там хотел? Влас, только давай на этот раз ты походишь юнитом, увидишь, что он ходит, и ты скажешь, что все, мы воюем, и начинаем воевать, а не, блядь, подвести меткалуки к моим арбалетам и начать меня обстреливать. Влас, ты позеленел. До того, как сказал, я не воевал. Меня пролагивалось еще, я в городах максимум только назначал строительство. А где юниты-то эти, которых добить хотел? Отошли. Так вроде же не ходим, пока я не, зайду. Ну послушай, я двигаю юнит, еще не видя, что ты вылетел, понимаешь? Это, конечно, замечательно. Я видишь, тебя не атакую же. Я сразу, как только начинает заканчиваться ход, я сразу пытаюсь эти юниты отодвинуть. Ладно, ходим. Thank you.
Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Ай. Ну у меня-то из-за этого проблемы еще больше. Вроде так договорились делать. А от Эфиопа до Кельта насколько близко? Ну так, не особо близко. Почему интересуешься? Просто. Ну, я инк. А, ну так тебе вообще все равно. Да. Вот именно поэтому и интересуюсь. Время тратится на выяснение отношений, на то, чтобы походить потом. Блин, вот эти... Ну? Прикольно, конечно, протестантизм — отвратная религия, но при этом с улучшением на распространение. Ну, судя по всему, он брал, что было. А что тут скаут мой делает? Ну, вообще, в принципе, нормально. Я походил, то есть... Я, типа, подставил скаута, чтобы отвлечь от моих юнитов. Мы так и не заключили, что ли? Ну, мы мир заключили. А дружбу нет. Мне просто корабликом вниз проплыть. Ну, пока можно. И ты у меня несколько ходов. Если хочешь. Так, три. Кстати, Ормус арбалет уже тоже. Даже не у остальных ГГшек. Вину он бегает походу. О, кстати, Лёш, там справа уже, в общем, разбили этот лагерь, если что. Не понимаю, тебе кельт, что ли, дарит юниты? У меня производство второе. Берёшь? Ну, уже третье. Ну, по производству все более-менее ровно, мне кажется. Я говорю, у меня лучники по два по одному ходу. Трост у вас, конечно, там офигеть. Да просто кому-то счастья не хватает, и все. Или у тебя там уже плюс? У меня плюс. Конем я возьму за один ход. Так. Еда, производство. Ну, все на производство надо. Конечно.
Так, ладно, тут я уже не успеваю походить. Будем этот арбалет убирать. Я построю вообще норм. Опять в ласты вылетишь? Да, да. Да, что это, конечно, вообще паршиво. Ровно каждый второй ход. Вот он заканчивает. Нет, кажется. В смысле нет, он ждет, когда сам закончит сход. Ну я уже вылетел, все. Ну да, ты уже вылетел. Ну что, заходи побыстрее, и будем продолжать играть. Что решать? Я не думаю, что тут затянется. Я думаю, что... Я же твои юниты убиваю, ты мои юниты не убиваешь. То, что ты второй по производству, это... То есть я не намного отстаю, например, от первого. Да, производство у всех там одинаковое, не считая меня. Просто мои статы всю демографию сбивают. Я говорю, из этих вылетов я тоже хуже играю, и тут этого проблем много. Ну, что сделать? Тебе как-то что-то починить возможно? Нет. Ты хочешь, чтобы я тебе поддавался, я тоже этим заниматься да не нет, буду? Нет, 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 не то. Если у меня, ну, я захожу в торговлю и смотрю, что я могу у тебя один жемчуг взять. Хотя у меня своего еще 3 штуки есть, и он даже не весь в торговле. Ну чё? Баланс, ты ходишь? Да. Мочи! Фигня какая-то. Кирюх, ты наконец-то ко мне пришел? Боже, у меня тут генералов. А Сириус типа не на воде, да, находится? Кто говорит, еще на воде был? Эфиоп, эфиоп. Да, Влас тоже на воде. Хоть кого-то. Плыви, оплыви, короче, наш полуостров снизу. А еще... Плыви направо, наверх, там направо должен быть проплыв. Нет, у меня другой, только второй генерал, что ли? К другому концу материка, к Эфиопу как раз. Понял, Бил? Ну, сверху и снизу, короче, плыть и все. Да. Но ты видишь островок, песочек песчаный с рыбами и атоллом? Песчаный остров, сэр. Ну, справа от Каупанга, недалеко. Да-да-да. Вот от него нужно плыть наверх и направо, и там будет проплыв. Это вы вылечите, это вы вылечите. Прикольно. По идее. Сначала наверх, потом направо. Да ладно, что теперь каждый ход, что ли? Каждый второй. Ну, он на прошлом ходу вылетал.
Да, еще хуже. 5 баллов. Кто нам говорит вообще, что мы начинаем воевать? В прошлый раз я говорил. Кто? Вайпер. Ну вот в этот раз тоже, пожалуйста, потому что как-то непонятно было. Окей. Влас, пересходи сразу, ты зеленый. Кстати, прикольно, моя религия тут начала давить местами. Хотя я не понимаю. Лиссабеба 17, Эдинбург 16. Заходи, я сбросил. Блин, он там еще куда-то скаута своего увел. Ну, блин, такая игра охрененная, когда не успеваешь за всем этим следить из-за этих загрузок. Класс. Мне нравится. Ну да, неприятно. Влас, ты готов? Погоди. Готов. Раз, два, три, поехали. Ничего, Био, когда там продолжишь меня выносить? Или пока не планируешь? Да пока подумаю. Минус 11. А, ну это я город взял. Ладно, следующим ходом уже будет попроще. Постоим. Помолчим. Так. Надо купить вот тут клетку. Сюда генерала. Сюда генерала.
Опять? Только не делай этого. Не, нормально. Фуф. Очень раздражают все эти лаги, вот это вот все влетание и так далее. Обожаю в таких условиях воевать. Даже настроение падает никакого. Никакой радости. Немножко поправим дела со счастьем. Так, а что манило? А, блин, у меня там скаут стоял, хрен знает сколько. Так, генералов я могу спокойно использовать, потому что я Китай, у меня этих генералов немерено. В общем, тут надо просто вырубать этот весь лес нахрен и джунгли тоже. Отлично. Отлично. Генуя соль хотела, класс. А что там, Эфиоп думает, что он лучше Сириуса разовьется? Почему спрашиваешь? Ну просто. Потому что чудеса вместо войск кто-то клепает. Влад, заходишь, не? Да. Попробуй еще раз сразу.
Давай, я сбросил. Не, ну просто у Лёши тоже нет времени меня забирать, потому что у него своя война, поэтому чё. Я просто не вижу смысла сейчас. Я просто не знаю, мне даже к тебе идти там фиг знает сколько. А я русский и эфиоп на эти домики стою пока. Не, ну Био, там еще у меня один город с теми жемчугами. Я вас, русский эфиоп, предупреждаю, потому что это... Уже несколько раз я в ФФА такое видел, как Сириус просто ближайших, ну... заглатывает только в путь. Если бы он хотя бы тут по развитию как-то... Ну, тем более. Если бы он хотя бы... Ну что, Бил, ходить не можешь? Ну, так, я на самом деле не очень понимаю, зачем вам это нужно, вот то, что вы сейчас делаете ходит. На пару. Сходи, мне да, так сразу. Уж гораздо проще было бы со всех сторон Сириуса зажимать. Поэтому... Так, вы ты про кого говоришь? Ну, я не думаю, то, что остальные так сильно отстают. А ты правда про кого говоришь? На пару. Про какую пару, да? Так, дайте. Подожди, а что это за ход сейчас... такой? Вы там сейчас это повоюете ход загруз... последний. Ну да, последний ход. Ну, у меня похож на он, на него. Нет, точно последний, я институт этим ходом принимал, помню. Нормально сюда, я. Никто не хочет мне деньгами помочь, то у меня. Короче, Лёш, вы там воюете или мне перезаходить сразу? Не, перезаходи, я подожду. По-моему, лучше бы ты зашел, и уже мы... Тогда охота откатится. Нам же надо, чтобы кто-нибудь скомандовал, чтобы мы воевали. Но у меня юниты ходят, но все ходят. Окей, сейчас. Не, ну, пока Тарилис да, не зайдет, тут непонятно. Ага. У меня тоже ходят, но... Так... Тут я захватил этот город. Надо вот Осининку брать. Надо продавливать генералами. Ну, вот сюда надо, конечно, крепость ставить. Ну, конечно, тут сможет отъесть. Или сюда поставить, слушайте. А что Новгород стоит не у горы? Не правее там, железо не захватил? Не, там мой уже город. Он там, потому там... что Китай. Да. Ну, хотя бы на одну клетку вправо, и тут бы железо. Так, ну как, все. Но он, видимо, ставил, когда еще не было видно железа. Да, нормально. Так, стоп, подожди, вайпер. Я... Так, стой. Я сбросил ход, сейчас я вам скажу. Подожди, раз, подожди, два, подожди, и... подожди, подожди. Тарилис, не заканчивай ход. Да, не заканчивать, я помню. Вот теперь можешь... Спасибо. Давай. Оба готовы? Да. Раз, два, три, поехали. Мочи! Блин, ну я ж отходил, ну. Так вот, Бил, мне в принципе не особо напряжно играть, но как бы я там лучше демографию порчу. Так что там когда-нибудь желательно, чтобы ты меня забрал. Это да, вот, понятно. Не, ну нельзя так делать. Не, ну просто я ливать не люблю, как бы комп там всем игру будет портить, а я только там паре людей ее испорчу и все. И то есть тут захочу. Правда, био особо даже и не нагадить тут. Ну туда у меня как берсерки стоят здесь. Фиг знает, что сделать. Так, а где мы. С двумя городами. Где мои рабочие? Так, во-первых, это починить надо. Сжигай. Вот рабочие. На дороге. В принципе, здесь, сейчас да? Я тут чуть-чуть развиваюсь и буквально надо. Без ходов, не знаю, меньше, чем через 10, может. Еще, конечно, моя ошибка, я потом размышлял в том, что вообще я четвертый город поставил. Он мне только культуру и науку замедлил, а по факту я в нем юниты даже не клепал, потому что там очень медленно было. Он мне больше несчастья дал. То есть, я много городов поставил слишком. С тремя городами я бы лучше дефался, я бы успел там просто выйти в пикинеров тогда раньше. Не знаю, три жителя он у тебя стоит, холмы есть в радиусе. Другое дело, что ты там не обработал ничего, кроме мрамора. Ну, потому что я не успел же, да. Вайпер, а зачем ты просто купил так... Братиславу мою? Может, Гранд-Ривер тогда взять? Зачем ты Братиславу мою купил? Я никого не покупал. Я с пикинеров да? Вообще-то Братислава не твоя, а моя. И была такое с самого начала. Были. А без этого города я бы успел пикинеров да. Учиться, там бы тоже... Да. Чуть подольше. То, что ты стал нам на 10 Без ходов себя. Ее союзником, ничего не значит. Война. А чего ты решил, что она твоя? Потому что она была моим союзником чуть не с самого начала игры. А что ты решил, что она твоя?
Потому что я стал ее союзником в тот момент, когда она ничего не была. А ты сейчас ее выкупил. Ну а теперь она стала опять моей, я ее не выкупал. Да даже если бы выкупил. Блин, что? Почему не двигается ни хрена? Ничего, блин, точняю. Био, ну как там с Ласом коннект? Вроде норм, пока. Окей. И Фёп, а зачем ты лолибел вставил-то? Что почему там? Не правее к мрамору лолибела? Это север давай? Да. Как странно. Потому что... Или у тебя столи на воде? Нет, слушай, это у меня четвертый город. К мрамору он точно не надо ставить. Если я послал бы к мрамору, у меня кроме мрамора и пшеницы ничего бы не было. Так у меня три пшеницы, так, у меня три рыбы. Универы. Два вина. Ну а там ты мог так поставить, что у тебя так, мрамор, серебро, два оленя, конь, пшеница, вин... Ну, конь. И тундра, да? Тут полечимся. У меня было бы два оленя тундровых, которые без молока бы не было. Был бы... Я тебе могу сурги дать. И лагеря будут. У меня сейчас будет еще один генерал. Так что можно ставить. Он может на территории Силус еще увидеть. Да не надо меня видеть. У меня отец просто сравнить Сириус. Ну а нам эфиопы русские не расскажут, какая там территория? Не, ну с этой главное интересней. Ну какая территория да, у Сириуса? Да, странно сидят, там чувак лидирует возле них, они ничего не говорят, ничего не это. Может чудо какое-то строит, но... может еще чем занимается. Сириус... Просто... У него несколько небольших совсем городков, я вижу. Большой, хороший Эдинбург в 17 жителей. И Кардифф тоже неплохой. Потому что у Био тут тоже огромный потенциал для развития. Просто нами только в путь, часть. И все. Это, кстати, за всю игру никто не строил вообще? Или тут вообще негде строить на этой карте Петра? Нет, кто-то же построил. Петр уже построил Сириус. А, Сириус. Я просто так его и не нашел. Понятно. Что говоришь? Ты тоже его не встретил еще. Ну плыви тогда, я тебе говорил, вот от Аргуса прямо и направо. Ну я Сидон пока нашел только. Справа от Сидона, там ты проплыв. И найдешь. Блин, ну матч так-то неплохо, да, там бы терраски настроить. Просто у него бегают по как по дорогам, понимаете, вот эти вот. Ну, я тут все тут вот в лесу и в джунглях. Ну, я ничего не могу сделать. 12-13. Как это? Ну там ракетские левые города, от которых у Китая просто счастье падало, когда он ушел. Так вроде у Китая все получше, чем у ракеты, просто за счет арбалетов. Ну просто я вижу там одни леса, и учитывая то, что это как дороги, я думаю, рыцарям самое то мочить чушек там, нет? Не, ну они как дороги, только на его территории, во-первых. Нет? Ну, понятно, я вижу там крепость Пекин поставил оттуда. Ну там Леша и ракет, собственно, об этом лучше могут рассказать. Так, комментариев. У меня вообще совсем пинг пошел, короче. Да. Био, кажется. По-моему, почти все вылет. Да, все тоже вылет. Отлично. Ну, то есть, если это из-за хаста, какие-то проблемы. Ну, можно воевать, видимо, теперь. Не страшно. Чё, отчитывай? Да начинаю же, я готов, как бы. Твой первый выстрел, я... О, русский вышел. По научке. Я думаю, можно вообще мир заключить. Я бы хоть не вылетал тогда. В смысле? Не, я хочу повоевать. Я пока не вижу, как бы, что ты там меня, например, продавливаешь. Или наоборот. Мне кажется, я пока должен...
Русский, а зачем тебе смарт-карт в союзниках? Я для того, чтобы он стал моим союзником, ничего не делал. Я не знаю, что я для Самарканда конкретно выполнил, но... Бео, а ты там с Ура даже дань, что ли, не собирал? Ура. Я его не нашел даже. Ну, наверх от Копенгагена 15 гексов просто себе топать. Понятно. Я вот сейчас как раз этим занимаюсь, я потому что так наверх и не сбегал никем. Понятно. Я даже не в курсе был до того, как китаец не приплыл, можно ли там проплыть вообще. Ну, как бы, город вполне на уровне моей столицы, вроде неплохой. Что-то тупо война между Китаем и... Да Данилом. Блин. Они там близко? Так, кому еще религии? Нет, нереально тут. Зачем ты города новые ставишь, Инк? Я только один поставил, ну как бы, ну ты меня повыносишь еще. Что опять? Там, можно и поразвиваться так, немножко. Да у меня что-то ничего вообще какая-то хрень. Нет, плохо. Ай, блин. Сегодня что-то еще веселее. Трое отлетело. Так, как по-моему, трое отлетели. Такой, да? Ну я не знаю, что мы, как мы с Био остались зато. Винкс, ты в игре? Да. Меня не видно, что ли? Нет, у меня сообщение появилось, потому что ты вылетел, я клянусь. Ну, бывает. Так. Так. Вот, Винкс, вот ты вот сейчас купил Братиславу обратно, а вот я построил Терракотову армию. Она сейчас опять станет моей. То есть ты деньги просто зря тратишь. Я не понимаю, зачем тебе это? Био, ходить не буду. Чем тебе Терракотову Братиславу не покупал? Окей, тогда перезахожу. Братислава стала моей, потому что я получил от Биохаза посол. Вот интересно, кстати, вот рабочего, да, у меня как бы ирокез его обстреливал, но он там раненый был красный. Потом ирокез его захватил, а я обратно его захватил, и рабочий типа полностью выздоровевший. Да я его обстрелять хотел, я забыл, что вот этим нажатием правой кнопки мыши он не обстреливает его. Ясно. Но смысл в том, что как бы рабочий-то здоров. Так, ладно, давайте прошу нам... Прошу напомнить мне ход не завершать. Давайте нам отмашку. 3, 2, 1, поехали. Био, у тебя там все окей, ходишь, да? Да-да-да. Тайский караванчик ко мне ходит. 8 голды накидывает аж. Да, я отправил к тебе, цени. Даже в тему. Ну чё, захватывай рабочего ирокез. Я его кому оставил? Так, Лёш, там вот мой какой-то город стоит с нечитаемым названием. Я там твои клетки не особо не буду покупать и прочее. Вот слово особо такое классное. Ну то есть если он сам на них может растянуться ходов через 30, если этот город еще останется. А так не буду. Блин, ну как только я перехожу с городами заниматься, сразу меня обстреливать начинают. Так, что у нас тут? Вайпер, а ты что, подумала, что я обиделся? Выкупил у тебя Братиславу, что ли? Я не думал, что я обиделся, я просто подумал, что ее выкупил. Ну и обиделся тоже. Так, Русский, ты ответишь, тебе религия нужна или нет? Мне не нужна. Окей. Хотя, подожди, а у тебя какая религия? Ну, смотри. Сейчас. Ну. У вас сейчас ходит? Нет, а вот.
Спасибо, что про лур сказал, кстати. Да, нет проблем. А то тут он лагерь стоял с рабочим. Да, ты там сейчас лагерь. А то я лагерь бы забрал сейчас, а лур бы не нашел в итоге. А рабочего там еще вернешь, да. Вот ты уже. Уж ладно. Так. Ты чё, Шанхай пошел брать? Да, все. Все, в разнос. Да, конечно. Смотрю сейчас вот свое текущее место, сравниваю с прошлой игрой. В прошлой игре там был один город с четырьмя люксами, а тут у меня вся территория с четырьмя разными люксами. Не фонтан. Ну, убью так же. Био, а чё ты там, кстати, не поставил город ниже Копенгагена у горы на холм? Сейчас тоже поздно, но в принципе там был бы неплохой город. Не, всегда, наверное. Неплохой это из-за чего? Из-за того, что там есть коровы и три холма? Ну, коровы, железо и крабы. Хоть, ну как бы ты бы лодку привел просто из Копенгагена и все. Хотя нет, в рамках. Ну, жители 4 и все, и просто он обрабатывает голую равнину без реакции. Я в рамках воли что-то о городе думал, согласен, да. Да, в рамках воли еще можно было ради люкса поставить. Я тоже сначала увидел крабы, думал, ну блин, вот место еще под город будет на воде, еще и на той же стороне, что и столица. Пришлось риби ставить. Много странный. Другой город. Класс, живи. Странно, пинг повышается, а не вылетает он на этот раз. Ой. Я бы не жаловался. Здесь не жалобы, наоборот. Ну-ка, это у нас Сириус уже вышел? Да. Я без обид. Даже куда вышел? Неизвестно куда. Кто Сириус встретил? Смотрите, в акустику он вышел. В акустику. Да ладно. Тут это вообще странно. А, ну акустика эти счастья же. Точно. Да. Кельт. То есть сейчас. Культурный мир у Кельта. Аж противник. Но он выйдет сейчас в науку и все, и улетит. Ребята, слушайте, а предложите кто-нибудь в конгрессе тогда школьные стажировки? Во. Ну, конгресс будет еще не скоро пока. Я ну, думаю, как скоро, но не так сильно. Лёг. Ты слышишь, что Кельт говорит? Типа он думает, он улетит по науке, я вам говорю. Предлагайте школьные стажировки. А, кстати, у кого стулья под горой? Да много у кого. А я, на самом деле, мало у кого вижу. А, кстати, да, на самом деле, мало у кого. Вторые города в основном под горой. Я вообще не вижу стульни, что была под горой у кого-то. Пекин, может, под горой? Нет, сейчас посмотрим. Нет, Пекин не под горой. Пекин. Нет, ни у кого под горой нет. Пекин на 9 жителей. Вторые и третьи города у всех под горами. Бил, признавайся, что под горой?
Нет, нет, у меня вообще ни одного нет. Билл, а ты не хочешь пойти там это? В компасы, в фрегаты, все такое. Я и не все знаю, собственно, кроме вот столицы... А, ну, Эфиоп, он не на воде все равно. Не, ну, Эфиоп, Кельту кстати, побудь. Предложение там примили от меня. Нет, у Кельта стопудово там несколько городов на воде есть. Тебе все равно нужно будет за воду, как иначе сражаться. У Кельта нет ни одного города на воде. Они... Да даже если один город, два города есть, смысл мне вообще плыть в Кельту, выходить в фрегаты и тратить на это технологии драгоценное время? Да, ты эти два города через волю сделают вообще мне. Или ему. Ну, окей. Ну пускай он там прорывается, блин. Так, знаете что, я одного, наверное, сюда перекину. А что ты не хочешь, что Эфиоп? Да, зачем? Я хоть поплыву, найду Кельта. А, стоп, Био, там тебе моя религия, что ли, твою давит? Я ж тебя-то не разведу толком, или чё? Где ты находишься? У меня здесь плавало мимо, возле Адис-Абебы по воде. Там буквально одну клетку проплыть можно было. Ну? Ставлю после себя самую многочисленную религию. Нормально, нормально. Играем. Даже ну, давай, не скажет. Можешь сам там приплыть как-нибудь через океан, я не знаю. У меня на воде так один маленький городок. Да, приходится деревья вырубать крепостями. Так варварски я еще генералов никогда не использовал. Ты там справа от... О, от его столицы, в общем, где-то сейчас, что ли, воюешь? Чё, сверху? Чё, справа? Там просто справа, по идее, заход более удобный, нет? Нет. Окей. Ну, судя по тому, что Иракес в плюсе по золоту, у него армия закончилась. Так, давайте-ка отойдем. Так, ну Осининка берется следующим ходом. Дорога проложена. Так, пожалуй, начнем строить универы. 200 яблок. Да, и судя по всему, он явно опережает всех нехило. Ну я о чем и говорю, я не знаю, что там думают все русские, эфиоп. И прочие заинтересованные лица. Так мы все здесь заинтересованные лица. Эфиоп первый нападать на него точно не будет. Это слишком большой разрыв по... Так он на вас нападет. Вы, блин... Нападет на одного, другой нападет на меня. Так нет, что... проблема в том, что с течением времени просто разрыв будет увеличиваться все больше. Поэтому ждать и откладывать, просто ждать чего-то нет смысла. Ну, я на самом деле вот не очень понимаю, я говорю, по мне так вам бы хорошо замириться, иракезу, как бы я поднастроил бы тоже юнитов, могли бы пойти вместе со всех сторон, сверху в эфиоп, там и так далее. Да, а где у меня тогда развитие будет, в чем? Так ты сейчас все равно воюешь, и у тебя тут все равно... Тут уже мириться поздно. Все. Так я захватываю его города и получу развитие, наконец. Мне вообще, мне реально его мне этот реально нужен. Как его... Нотр-Дам. Осининг. Да, я тоже не отказался. В прошлой игре у меня тоже из Нотр-Дам война была целая. Ты понимаешь, как по игре через волю мне это нужно? Русский сейчас построит этот. Изу. Кто построит? Изу. Русский изу вышел. Я в опер. Ну он русский, но он первый вообще. Смысл ему что-то воевать.
Я по пробке-то не первый, далеко. Там демография, да, там у меня только наука первая. Ну и жить. Я не думаю, что... Какая у меня первая наука? У тебя было только что... 30. Не буду сжигать. Я не знаю, что тут, о чем тут говорить. И то, что я пока не остаю, только за счет большого населения. Да. Ну не забывай то, что с моим количеством городов еще у меня штраф на науку. Так, ну так. Кому еще религию? У меня... Вот сколько у тебя русских городов? 4, я вижу. Сколько? Да, 4. Вот, а у меня в 2 раза больше. Ну, я вижу, да, и... Ну, у меня штраф и на культуру, до институтов количества, и на науку. Вот, допустим, смотри, вот скажи, сколько у тебя стоит наука, допустим, там, не на экспом, сколько у тебя стоит? По-моему, фигово там, опасно. 7782. Вот, а у меня 9079. Чувствуешь разницу? Чувствую разницу, зато у тебя в каждом городе будет по университету, и в итоге ты получишь там к концовочке, у тебя их там будет, не знаю, ученых. А два раза больше, чем тоже нет, ученые, полтора. Это штраф накладывается, нет? Понятно, что накладывается, но тем не менее, все равно у тебя за период игры их будет больше. И ну, обычно так всегда бывает. Ну, во-первых, у меня сейчас пиды не будет. У тебя, блин, столица, 17 жителей. Это, наверное, больше, чем почти... Ну, я не знаю, вот у меня 20 сейчас, но очень долго... Да, но очень долго мы с тобой шли вровень. И сейчас я просто все на еду переключил. И все равно у тебя плюс 200 рост. А я там... Надо вырубать везде леса. Нафиг. Это суммарно, в том числе маленький городах. Да, и что? Ладно, короче... Не знаю... Ну чё, Биот, там счастье накопил, судя по всему? Да, 16 есть. Жить можно, скажем так. Так. Да это я только на обмен, так, наверное, лечится. Получу. Перестать со всеми торговать, иду на минус 20. Но всё равно, даже я вот по производству сейчас золотым веком наравне с... Хильтон. Я пока на производство стою. А по идее так вообще там я на втором. Не знаю, что он впереди меня обгоняет 2 раза, и при этом еще по промке. Просто да, дохрена да, нас, да, да, тоже. Но... То есть, как бы, он наверняка сейчас не на промке стоит. И при этом он говорит, что он не на море города. Не, ну у него стопудово там. Я сказал, у меня 2 города на море. О, где мы встретили с тобой? Био. Да, открыли шпизанку. А? Ну. Рваты тут всякие настраивают. Я мир, я вот. А как вот куча риби, ничего себе. А чем ты вообще здесь поставил-то? Там мрамор есть, и нужен караван в столицу морской. Он всемирную выставку предложил. Оружие, культуру, мир. Всем культуру. Еще один генерал. У кого-нибудь слоновая кость есть? Да, сейчас я получу от этих крепостей урон. А кроме кельта? И еще раз у кельта. Да блин, стой ты на месте. С кельтом не хочешь торговать? Я хочу. А кто? Датчанин? А что русский? Религию не вести, да? Очень оказывается... Не, мне не нужна религия. Очень оказывается религия. Напряжено, когда у Иракеза куча... Ласса, у тебя еще есть? Трюфели? Больше нету. Лесов. Воевать с ним очень тяжело. Ну-ка, на кельт одним глазком посмотреть, пока еще в игре.
арбалетчиков дарят, ГГшки. Удачно. А у меня разве не одно серебро, Винкс? Ну, показывает две. Этого матча показывает, что у тебя два серебра. Ладно. Так. Коню надо отступить. Эта серия завершена. Продолжение через день или два. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться моим видео, если оно вам понравилось. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.